Всем здоров, друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить Resident Evil Код Вероника. Вот, давайте нас по плану отправиться в особняк Ашфордов и вставить люгеры, также отнести гемостатик этому Нигеру, вот. Попробуем, да, отнести, короче. Давайте первым делом мы отнесем лекарство. Первым делом отнесем лекарство. Может он нам что-нибудь, этот чувак, даст. Вот. Посмотрим. Так, я выложил аптечку или я с собой взял аптечку? Да, я с собой взял аптечку, это хорошо. Это хорошо. Так, окей. Погоди. Правильно, да, да. Все правильно. Все правильно, я пошел. Вот. Вернемся на кладбище. Там я не знаю, стоит или не стоит убивать этих зомбарей. Так, 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 так. Оп, отлично, отлично, успели. 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 Так. Погоди. А, да, все правильно. Все правильно. Я думаю, что люгеры открывают комнату, ну, часть особняка, где будет, короче, это. Пульт управления, через который мы сможем отключить эту тревогу, короче, и посмотреть код доступа. Вот. Ну, первым делом мы отправимся сейчас в тюрьму. Так, здесь мы их забрали, да, аптечки? Отлично. Аптечки забрали, так. У нас еще здесь дверь закрыта, где надо или герб, или что-то, короче, поставить. Такое. Где алебарда? Ну, не алебарда. А, короче, этот орла. Орел в дупле там. Да. Орел в дупле. Так. С этим я не знаю. Ну, давайте прикончим, чтобы они не мешались. Хотя бы. Может, не всех. Вот здесь не пройти. Готов. Получится и всех убить. Готов? Все, отлично. С ними расправиться. Я надеюсь, они не появятся снова. Хотя они могут. Они могут. Тем более сейчас действие какое-то сделаем. Наверное. Катсцены, или как ее там называют, пройдет. Отлично. Что вы здесь делаете? Я принесла тебе лекарство. Медикаменты. Вы очень добры. Спасибо. Позвольте мне вам помочь. Спасибо, но я и сам могу о себе позаботиться. Идите. Нифига он такой. Ну, возьмите. Он хоть это подарок сказал. Моего брата, но... Спасибо. Позвольте мне дать это вам взамен. Вам еще это понадобится. Я же говорю, он что-то даст. А теперь идите.
Не беспокойтесь обо мне. Отмычка. О, да. Отмычка. Мы теперь можем открыть кейс, короче. Отмычка. Простой замок, можно ее открыть. Отлично. Но теперь у нас нет зажигалки. Ну, в принципе, если мы отдали зажигалку, значит, она нам, в принципе, не нужна больше. Вот. А вот отмычка, это хорошее дело, да. Отмычка, это прям... прям шикарно. Пистолет она зачем-то убрала, короче. Непонятно. Так, ладно. Теперь отправляемся в дом Ашфордов. Да, и зомбаки, в принципе, не появились. Это хорошо. Это очень хорошо. Мимо этих всех. Оп. Отлично. Все получилось, все отлично получилось у нас. Прям суперски. Ну, не считая того, что мы потратили патроны, ну ладно. В принципе, ничего страшного. Не из такой жопы мы вылазим. Надо будет, мы и без патронов всех загасим. У нас еще в ящике хранятся гранатометы всякие. Так. Ладно, допустим, идем, короче. Да ну нахер! Нет. Давай не будем с вами сражаться, пожалуйста. Еще и две штуки, прям. Целых две штуки просто вылезло. Нет. Пока я не готов с ними сражаться. Опа, смотри. Зомби здесь появились. Прям откуда ни возьмись. Появились зомбари. С ними расправимся, чтобы они здесь не мешали больше. Так, погоди, наверху что ли? Ой-ой-ой, прям к нему. Ой, он еще и блюванул. Так, это труп. Отлично. О, смотри, он еще и по лестницам мог. Они еще и по лестницам могут ходить. Вот это прикол. А патронов все меньше и меньше. Ладно. Так, окей. Давай, что мы можем выбросить? Хотя мы ничего не можем выбросить. В принципе. Окей, ладно, давай. Поставим люгера. Дай, в смысле, дай. Замок освобожден. Отлично. Отлично. Ну, посмотрим, что нас ждет за этими. Ой, прям. Прям гроза даже разбушевалась. Погодка испортилась сразу же. Стоило только войти. Здесь старые фотографии. А, камин. Похоже, им давно не пользовались. Да, похоже, давно не пользовались. А, зажигалочка здесь сюда. Музыкальная шкатулка.
Ладно, допустим. Пускай уже бутылка. О, не к добру, так вот это показывают у нас. Где? Окно. Здесь толстенные книги. И здесь тоже толстенные книги. Окей. Ладно, смотри. Здесь у нас что-то написано на памятке. Первая цифра левая, правая. Второе число левое. Третье правое. Четвертое число право, право, право. Не отклоняйся от действий. Вот так, да? Сейчас, погодь. Окей. А, лево, право. Лево, право. Право, право, право. Не поступает энергия. Включить компьютер. Они реально больные, смотри, они даже взгляд такой, как дебил. О, смотри, панелька загорелась. Так, пожалуйста, видите пароль. Так, а пароля мы не в курсе. Окей, так, там лево-право, потом лево-право и право-право-право. Вроде так. Давай попробуем. А, тут кнопка. Так. Лево. Право. Один. Потом лево. 1-9-7. 1-9-7. Так. 1-9-7-1. 1-9-7-1. 1-9-7-1. Давай. Так, 1-9-7-1. Все четко. Все четко. Так, отлично. О! Во-в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 о
Тварь, а? Стоп. Плохо, очень плохо. Блин. Отлично. Падла, падла, падла. Все, убил. Отлично. Убил. Блин, опасные, опасные эти твари, короче. Очень опасно. Так. Здесь у нас что нет? Блин, погода вообще, вообще просто... один замок. А вот этот вот он настоящий, наверное, замок этих Ашвардов. А это типа как, не знаю, как типа, ну не знаю, настоящий, не настоящий, как типа как для отвлечения внимания, что ли, наверное. Блин, да ну нафиг, вас тут двое.
пошел ты. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Это жесть. Блин, у меня аптечек нет. Плохо. Твою мать. О, ищи. Готово. Готовы. Да блин. Блин, как же тебе херово-то? Там сверху летает, да? Опасный. Так, мраморный стол. Здесь каменные статуи, картинки, ничего нужного. Все? Больше нет? Мне нужна... Ой, чья нога? Мне, короче, нужны эти. Мне нужна аптечка, срочно. Просто срочно. А, разные книги, политика, литература, наука, ничего нужного. Твою мать. Понятно, ничего нужного. На витрине ужасные куклы. Похоже, им нравится здание. Кому куклам нравится здание? Так, погоди, давай поднимемся. Может, здесь какая-нибудь травушка. У-у-у. Что с этой? Полностью уничтожен, не могу пройти. Что с этой дверью? Что-то огромное. Здесь было еще выше. Твою мать. Вот как? На улицу выходить точно опасно. Так как там два хера из махера. Блин, не знаю. Я не знаю, пошел туда или не туда. Блин, кто-то есть. Какой-то бардак. Погоди, там аптечка что ли, или что это? Ой, ёп! Нахер. Только не это говно там. Просто на пределе, просто на пределе. Клэр, держись. Сейчас найдем аптечку. Так, это что у нас? Это дверь? Это не дверь. Вот не дай бог, только туда нам надо. О, аптечка! Я вижу аптечку. Твою мать. Аллилуйя. Хера себе, такая кукла, да, висит там, да? Отлично, отлично, Клэр. Умничка, спасена. Так, ладно. Давай тогда сверху начнем. Повнимательней, ребята. Наши враги уже рядом. Но почему так долго? Приношу мои извинения, Алексия, но я делаю все, что в моих силах. Возрождение семьи Эшфорд зависит от твоего успеха. Я знаю об этом, Алексия. Я верну семье Эшфорд ее доброе имя и сделаю вас великой повелительницей славной семьи Эшфорд. Не беспокойся, брат. Я и сама смогу разобраться с ними обеими. Кто здесь? В коридоре кто-то есть? С ними обеими. Что это, Алексия? Ничего нет. Наверное, мне показалось.
Пойдем, брат. Так, окей. Так, огромная кукла сделана на заказ. Значит, Алексия и Альфред, они здесь. Прочие книги накиданы тут. Так, прочие книги накиданы. Так, Эдди, патроны. Здесь ошибка. Все в норме. Ошибка. Все книги по истории, книги по биологии, книги по химии. Огромная кукла, сделанная на заказ. А, знакомая картина. Так, погоди, а это у нас дверь здесь? Дверь. Так, окей, смотри. У нас получается. Получается. Две двери. Давай по очереди зайдем. Так, очень стильная зона, ничего полезного. Стильная. Очень стильная. Так, смотрите, кроватка. Послание. Дорогой брат, я искренне верю, что честь семьи Ашвард ты восстановишь. Благодаря твоей смелости и доблестного солдата, твоя Алексия Ашвард. Ты запомнил послание. Очень стильная зона, ничего полезного. Так, музыкальная шкатулка закрыта, вытащить пластину. Вставь синий сапфир, чтобы открылась. Ага, надо найти синий сапфир. Окей. Будем искать, хорошо, будем искать. Какое-то облегчение. Это спина женщины. Какое облегчение. Просто. Просто облегчение. Ладно. Давай. Вторую дверь зайдем. О, аптечка. Как я мог пропустить такое? Ох. Вот эти моменты, когда, да? Медленно открывает, у нее сердце стучит. Прям ждешь чего-то такого за дверью. А за дверью только музыкальная шкатулка играет. Так, а здесь шикарная мебель, ничего нужного. Окей. Давайте сейчас к шкатулке пока подходить не будем. А здесь шикарная мебель, ничего нужного. А, смотри, а здесь это лицо, да? Похоже на богиню. Окей. О, да ладно. А, дырка в потолке заделали. Блин, я вот вообще не помню ни черта. Так. Здесь вторая кукла, а не Алексия. А, это, короче, комната Алексии и комната Альфреда. Шкатулка играет красивую мелодию. Что-то написано на крышке. Красная королева и синий повернулись. Останови шкатулку. Твою мать. Все закрылось. Теперь. Не могу вытащить диск. Красный камень где открыть? Короче, надо найти красный камень и синий. Так, какой-то ключ взяли. Ключ от чего-то. С орлом. Ключ из чистого серебра. Герб семьи Ашвард раздроблен. Ладно. Блин. Хера себе. Прикиньте бы.
Я там стоял. Так, ладно. Ладно. Теперь нам надо спускаться вниз, значит. Здесь, в принципе, больше некуда идти. Вниз. Надо заглянуть к этому монстру. Блин. Это неохота. Но надо, но надо. Ничего не поделаешь. Давайте сейчас из угла отсюда будем стрелять по нему, короче. Да падла! Давай, давай. Есть. Он был сразу в угол бежать, короче. Он бы не достал меня, я думаю. Так, ладно, что это? Блин, вот эта вот бутылочка, как будто аптечка, да, лежит. Тут бардак написано, типа. Ладно, ничего полезного. Камин. Хороший запас дров. Ничего полезного. Только не говорите, что здесь ничего-то нет, а? Какой бардак. Очень темно и ничего не видно. Чернила? Я только за чернилами сюда пришел? В смысле? Да ладно. За патронами и чернилами? На дисплее оружия оказались очень старыми, ничего необычного. Ого. Только потратили, короче, патроны. И немного жизни. Твою мать. Нахера вот. Так, ладно. Серебряный ключ. А чего у нас серебряный ключ, короче? Что-то у нас в особняке там получается. Блин, сейчас тут еще двое. Как-то надо бежать их. Падла, а! Отвалил нахер. Фу. Так, один здесь снизу бродит. Шел в жопу. Да отвали ты! Фу, блин. Не знаю, надо эти, блин, арбалет, короче, если в следующий раз сюда пойдем, надо арбалет, короче, брать. Убивать их нахер. Они там вмешались. Так, постоянно жизни тратить. Как-то не хочется. Так, ладно. Серебряный ключ, серебряный ключ. Для чего нам серебряный ключ? Я почему-то вот думаю, что я знаю, где этот серебряный ключ. Нам пригодится. Почему-то вот я так. Прям я вот так. Погоди, вот здесь у нас дверь. Закрыта. Серебряный ключ, да. Замок освобожден. Но это еще не последняя дверь. Еще должна быть дверь. О, игровой автомат, нихера себе. Прикольно. Так, погоди, никого здесь нет? Вроде никого. О, я вижу это. Порох для стрел. Собственное казино, короче, у них, да? Смотри. Так, слот машины. Один включен. Давай поиграем. Ты чё? Не хочешь поиграть, расслабиться? Другу денег много выиграешь.
аптечки. Целых две. Даже. Целых даже две. Так, ладно. Синяя черта. Рояль. Снова загадка с роялем. Старая пианино. Она может считывать данные. У нас нет, чтобы она что-то считывала. Так, балконы. Балконы. Окей. В принципе, больше здесь ничего нет. Аптечки и пианино старое. От пианино, наверное, еще рано. Так. Наверное, давай-ка. Наверное, давай-ка. Выложим, да? Освободим место. Освободим место. Так. Так. Стрелы. Сейчас мы скомбинируем, сделаем. Так. Так. Погоди, а что у нас всего... А, вон сколько у нас стрел. Еще стрел очень много. Так. Ладно. Ладно. Что ты предлагаешь? Взять арбалет. На всякий пожарный. Взять арбалет. Так. Так, сказал бедняк. Ладно, давайте сохранимся. Что-то я так подумал. Сохраночку сделаем. Вот. И на этом закончим серию. Вот. Дальше отправимся уже. В следующей серии искать дверь для серебряного ключа. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, пишем свои комментарии вот, под видео. И с вами был Валерий. Всем пока.